Всем привет! Сегодня готовлю грибы, вернее, буду их мариновать. Очень быстрый маринад, вкусный маринад. Приготовлю даже ученик, который никогда не готовил. Но очень хочется попробовать удивить родных и близких, ну и, конечно же, себя порадовать. Такие грибочки подходят к рису, к макаронам, к пюрешке. В общем, друзья, как вкуснятина, так и, конечно, красота. Конечный результат, я уверен, многим понравится. Начинаем готовить, погнали! Сегодня вот такие вот у меня мелкие шампиньоны. Они идеально подходят к маринаду. Такому маринаду, который буду готовить сегодня я. Если вы не нашли вдруг мелких шампиньонов, можете взять крупные или средние. Желательно, конечно, уже средние, если не мелкие. И порезать их на 2-3 части. Самые крупноватые грибочки я нарезаю пополам. Берем удобную кастрюлю и отправляем грибы в кастрюлю. Беру 4 крупных зубчика чеснока и нарезаю вот таким вот образом. Отправляю чеснок к грибам. Также нам понадобится 3 листочка лаврушки. Измельчаем и отправляем в кастрюлю. Целый черный перец в горошком. Столовая ложка. Кориандр целый, пол столовой ложки. Столовая ложка сахара. И столовая ложка соли. Масло растительное 2 столовые ложки. Яблочный уксус использую примерно 3-4 столовые ложки. И примерно 80 грамм воды. Воды точно не будет мало, так как гриб пускает еще свою влагу, жидкость. Хорошенечко перемешиваем и отправляем на плиту. Как только закипит вода, жидкость под грибами, сразу отсчитываем ровно 5 минут. 5 минут варим, выключаем. Дальше объясню. Все это время нужно пару раз перемешивать. Нам также нужен красный лук. Нарезаю кольцами. Друзья, если у вас не нашлось дома красного лука, берите простой, белый, репчатый. Ничего страшного. Так, грибочки проварились ровно 5 минут. Отправляем к грибам лук. Хорошенечко перемешаем. Накрываем крышкой. И откладываем куда-нибудь в прохладное место ровно на 1 час. Через час наши грибочки готовы к употреблению. Грибы еще уменьшились. Стали вот такие вот красивые, мелкие, бомбезные. Грибы охладились, пора пробовать. Могу сказать сразу, аромат шикарный. Осталось попробовать, конечно. Давайте попробуем. Пробуем. Друзья, грибы просто восхитительны. Обязательно попробуйте. А лучок просто бомбезный. Вот прямо обязательно к приготовлению, друзья. Несложно и очень вкусно. Супер. Друзья, кому понравилось, конечно же, надеюсь на ваш лайк, подписку. Делитесь с друзьями, комментируйте. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.